сумел удержать победу в матче со Стоуком, вели 3-1, завершили матч 3-3. Пришло время поговорить о нападающих. 1/4 сезона в Англии уже позади. Клубы преодолели отметку в 200 забитых мячей. И вот пятерка лучших снайперов. Мы говорим не о количестве забитых голов, а в первую очередь о их полезности. Итак, Луис Суарес провел на поле 359 минут, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. Конечно, имея такой показатель, нельзя в лучшую пятерку не попасть. На 4-й позиции, набирающий 209 очков, Оливье Жиру, 774 минуты на поле, 5 мячей и 4 результативные передачи. То есть поучаствовал в 9 голах своей команды Оливье Жиру. В 8 мячах участвовал Уэйн Руни, нападающий Манчестер Юнайтед, проведший на поле 655 минут и сделавший 4 результативные передачи и столько же раз отличившись сам. Даниэль Старридж, лучший бомбардир Ливерпуля с 8 мячами, также бывает полезен и в организации атаки, 3 результативных паса на его счету. Ну и по соотношению голов, передач и проведенных на поле минут лидирует Серхио Кун Агуэро, форвард Манчестер.